Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, и вот такую вот я команду подготовил для сражения в нашей башенке. Это у нас редкая башенка, и мы проведем в ней 4 битвы. И против нас будут самые страшные и ужасные существа мира юрского периода. В общем-то, самые крутые, как говорится. Итак, ну, начнем тогда с самых якобы слабеньких, да? Ну, вот так давайте начнем. Начнем с конковинатора. Конковинатор, карнотаврик, птеранодончик. Хорошие существа. Будем их тоже иногда выгуливать. Так, а на птеранодона, конечно же, нужно подменяться желательно. Так, против нас 11-й Горгазух, который даже быстрее. Так, и у него, кстати, есть удары с пробитием щита. Да, это не очень хорошо. Так, контратака нас тут, наверное, не спасет. Нужно делать ноги. Так, ну что, Птерыч, давай. Замена с усилением. О-о-о! Это было больно. Так, ну, Птерыч у нас уже труп. Кстати, какая у него-то скорость? Я не могу подмениться сейчас. На два хода, вот это жестоко. Просто мы стали объектом избиения этого спинозавра. Ну, хорошо, что он потратил кровотечение свое. Давайте выпустим против него карнотавра. Кстати, ну вообще-то да, карнотавр, если представить, что спинозавр весит 15 тонн, а карнотавр там 1-2 тонны, представляете, что это такое? Так, контратака и удар. У него нет ударов с пробитием щита, так что у нас должно все нормально получиться. Если он нам даст кровотечение, мы очистимся от него сразу же. Вообще шикарно. Это контратака, очищение, и нам пофигу на знаменитый удар спинозавридов. Так. Появился велоцираптор. Так, ну у нас щит спасет. Ну это хорошо, что крит не прошел. Так, а обычный удар у него слабенький. А мы дали ему уязвимость. Так что мы победили. Даже просто контратакой обошлись. Молодец. Прикольно, когда финальная заставка и стоит щит. Так, бой готов. Собираем монетки. И мчимся дальше. Что нам судьба приготовила? Так. У нас здесь Зухататор, да? Горгазух. Вот там, блин, это, короче, ребята, которые дымажат. Просто жесть. Просто жесть как. Ну так, давайте пойдем. О, у меня там затесался 19 левела Ютазинораптор. Это так, на черный день, как говорится. Так. Выберите существо. Будем подменяться на этих ребят, да? Ну давайте с Дейнахера начнем. Ух ты, блин, это во лбу звезда светит, горит. Против Т-Рекса. Так, мы быстрее. Мы быстрее и можем сейчас его неплохо так продемажить. Но в ответ получим, конечно, точно тоже. И, кстати, здесь нужно уже подменяться. Ну, во-первых, он не выдержит второй удар. Хотя нет, ладно. Повезло нам, что мы за два удара пробиваем Рекса. А так бы нужно было подменяться, 100%. Мы еще себя ускорили, так что мы сейчас обладаем скоростью уже реально 132, то есть а то и больше. Давайте на
Саркариксиса подменимся. Блин, здоровый крокодил, смотрите, реально, он... ну, потяжелее раз так, наверное, в 4, а то и в 5, чем гаргозавр. Так, у нас при подмене был щит. Ууу, ничего себе, крит прилетел. Опять, смотрите, у него клюв светится. Это забавно. Так, отлично. И сейчас я опять буду подменяться на Птерыча. И он у меня, конечно же, умрет, потому что он не выдержит. Так, у нас есть контратака. И сейчас должен быть супер-пупер мега удар. Так, и умер. Блин, 500. Слабоват, да, Птерыч, как-то. Не впечатлил. Давай, Дельта, спасай ситуацию. Ну так, разобрались. Так, ну что, неплохо, да, в общем-то, если сражаться, то можно на моем-то уровне 1015, наверное, монет, потому что у меня было сегодня утром 67 тысяч, вот, или 66 тысяч, а сейчас, смотрите, уже сколько, 81, почти 82. Так что так нормально, короче, с учетом того, что сейчас практически каждый день есть у нас новые башни, за которые тоже неплохо насыпают, так это еще не конец, у нас еще два боя, за которые нам чего-то там насыпят. Так, Саркариксис, ну вот так, давайте опять так же само пойдем, а потом возьмем еще пару зворолов. Хотелось бы взять уже какого-то игуанодона, уронозавра, тоже довольно редко сражаемся этими существами. Ну давайте Птерыча пока что вызовем, так что он может сам по себе. Да его Горгазух сейчас пробьет. Так, давайте обычный удар. А, черт, он сильнее. Что-то я не обратил внимания, что он хоть первым я хотел использовать именно вот очищение, как бы. Ну так, щит поставим, но у него же удар с пробитием щита, да, сейчас получится. Да, нужно было все-таки с Саркариксиса начинать. Ха! Он использовал не тот удар. А мы его пробьем. Если выживем. Блин. Не выжили. Давай. Спасай ситуацию. Так, а ситуация это говно. Мне-то с раптором неким. Три хелза. Так, ну он атакует нас обычным ударом. А мы его тоже обычным. Надеюсь, мы станем быстрее, чем он. Смотрите, у нас было 30, да? Сейчас мы должны стать быстрее. А, ну, жаль, не увидели. Но, по идее, должны были стать быстрее раптора. То есть, это теперь это самое быстрое существо после своего первого удара. Rampage! Так, кровотечение.
оно ж 500, по-моему, снимает, да? Да, ух, еле-еле выжили. Готовенький. И умер. Это, в принципе, было не обязательно показывать, мы все-таки победили. Но у меня один раз была ничья, ребята. У меня была один раз ничья в этой игре. Ничья здесь бывает. Вот когда это был твой третий, и он так вот умер от кровотечения, да, то это была бы ничья сейчас. Фух, ну поскольку это был всего лишь второй. Так. О чем денег не насыпали? А, 1000 ровно дали, 80, да. Отлично. И вот такая вот у нас теперь идет троица. Так, так, так. Шустрика здесь никакого нет. Давайте попробуем. Вот так вот как-то сходить. Ночной кошмар на улице Вяза. У него тоже есть удар с подменой, есть замедление, отлично. Мы быстрее. Ну тут надо ударить и подменяться сразу. Да, ну крит прилетел, если без крита можно было бы еще подумать, а так точно думать нечего. Но Тирекс у нас замедлен, то есть он не как Дейнахер себя ускоряет, а замедляет именно противника. И у нас есть щит, а у Рекса... Это эпический Рекс был? У него удары все сквозь щит, нет ударов сквозь броню. Тоже, скажем так, неудачная подмена получилась. Подмена вышла не ахти. Так, Зухататор сейчас, естественно, нам сделает больно. Так, ну у него иммунитетов же нет? Иммунитетов нет. А ну-ка, какой у него там удар, смотрите, минус 90. О, у него опережающий удар. Так он сейчас с ним должен воспользоваться. Нет, а почему он... У него же был опережающий. Странно. 90% урона снимает. Ну, как бы... Практически... Так, ну давай. Или опять сейчас умрет. Не нанеся ни разу удара. Ну мы быстрее, потому что сейчас должны походить все-таки. Эх, 168 не хватило. Так, ну это наша первая потеря, собственно говоря. Ну, давайте добьем пару за Уралофом. Э, 113 скорость, ну фигня. Ну, неплохо так жизни, 3 косаря на 15 уровне всего лишь. При том, что пару за Уралоф это у нас обычное существо. Всего лишь 2 удара. И такие себе простые удары. Хотелось бы, кстати, да, создать команду среди простых существ. Там тоже есть аллозавр неплохой. Ну, раптор это вообще вне конкуренции. И посражаться. Так. Ну, вот такие вот были у нас дела, ребятки. Так что не забудь поставить лайк и до скорых встреч. А я тут пойду сейчас отлавливать капразуха, если попытаюсь его как-то отловить. Это же именно капразух. Сволочи, иди сюда, мне ты нужен. Ну, ладно, пока.